мы прибыли из администрации Гаврилинского муниципального. Конечно, ближе, чтобы слышно было. С тем, чтобы провести проверку использования земельного участка. Нам идут мои документы. Вижу, Складчиков Владимир Васильевич, заместитель чего? Пожалуйста. Заместитель начальника отдела имущественных земельных отношений. Хорошо. Нам нужен Силич Анатолий. А его нет дома. Я могу вынести его паспорт, свой паспорт, о том, что мы здесь прописаны. Документы у вас все есть, все копии, это у вас все есть, документы. О том, что это у вас все есть. Я же не просто так оформляла. Дом мы построили в 7 лет назад. Вот здесь покупили также старый дом. Мы проводим проверку в соответствии с обращением прокуратуры. Так, какую проверку? Что конкретно вас интересует? Вот конкретно. Целевое использование земель. Хорошо, здесь находится жилой дом. Я использую... Нет. Да, я отказываюсь вас пустить во двор, потому что у вас для этого нет оснований, согласно закону Российской Федерации, 137 статье, вот вы не имеете права не пройти... Нет, это не имеет, это просто распоряжение администрации. А решение имеет только суд, прокурор или милиция. То есть я на территории, я вас не пускаю. Да, нет. Один уточняющий вопрос. Пожалуйста. У вас забор стоит по... По всему периметру, по границам, да, у меня приезжали. Вот когда мы дом второй оформляли, мы снесли старый дом, построили. И мы все это оформляли границы, через БТИ, да? Через все это, приезжали, все измеряли. Ну, конечно, это же все в документах есть. И дом новый, всего постройки 2007 года. Понимаете, не для того, чтобы поломаться. Нет, я тоже говорю. А зачем вам заходить? Просто я имею в виду, что вы хотите убедиться, что у меня там нету, и что вы хотите конкретно убедиться? Что вам надо? Я говорю, я использую его в личных целях. Мы хотим это проверить. В смысле? Хорошо, приходите с милиционером. Милиционера я пропущу. Он проверит, что я не выращиваю марихуану, что у меня нет никакого преступления. Ну давайте вот как-то в диалоге. Вот я и говорю в диалоге, я объясняю свой говорите. Ответ. Ну и нам же дайте сказать что-то. Хорошо, говорите. Я уже ответила на ваш вопрос. Ну, а что, мне нужен милиционер в присутствии его, потому что я тоже являюсь должностным лицом. Нет, вы должностное лицо, которое не имеет права войти на мою частную территорию без решения суда. Хорошо, вы не пускаете. Нет, ни в коем случае. Все, спасибо, до свидания. До свидания. А, еще подождите. Кроме вот этого вот. Мне надо. Согласно статье Российской Федерации, а закон такой-то, на основании... Нет, здесь не написано. Статья 72. Читайте вслух, что там да, написано. Да, статья 72. Все, пожалуйста, все разговоры только через суд. Все, выключай. Я имею право сюда пустить только милицию. Конечно, это моя собственность. Все, нет. Ты можешь эти проверки внеплановые, когда нет ни актов, ничего. Понимаете, вы ничего не составляете, а мне это очень надо. А просто так приехать, постоять, посмотреть для галочки. Это внеплановая проверка. Где у вас основание? Вот это не основание.